Ницца после теракта переживает кризис. Выручка магазинов упала вдвое. Об этом сообщает французский информационный канал BFM TV, ссылаясь на владельцев бутиков. После инцидента 14 июля, когда боевик наехал на толпу людей, открыл огонь, обеспеченные туристы город покинули. Клиентов стало меньше на треть, а оставшиеся тратят деньги не так щедро. Кто-то уехал раньше запланированного. Многие вообще отменили поездку на Лазурный берег. Без трат миллионеров экономика города начинает чахнуть. Власти решили отстроить несколько новых террас для отдыха. Посещение некоторых пляжей стало бесплатным частично. Но мы с вами сегодня обязательно посмотрим, кто же там остался, кто уехал. Вообще, кто из российских олигархов предпочитал раньше там отдыхать.